Так, всем привет, друзья. Короче, с вами я, Друксон. И ошибка у меня была в том, то что... почему у меня не спавнились мобы? Все просто потому, что я строил ферму на 19-м, как вы можете заметить, в левом верхнем углу. Мои координаты и мини-карту, которую я скрывал, извиняюсь. Вот второе число, где 728 сейчас. Второе число, это будет 19, вот. Мне нужно было всего лишь опуститься чуть пониже на 12 левел, друзья. Поэтому сейчас будем, короче, копаться здесь. Вот. Ну и когда копаюсь, я к вам вернусь. Друзья, экстренное включение, короче, вот я прокопал. И мне повезло то, что я нашел рупиевую руду. Собственно говоря, вот она. Ее здесь вообще должно быть в этом моде в маленьких количествах, но, как мы видим, ее здесь, ну, достаточно много для этой руды. Она должна спавниться очень дико малых количествах, на самом деле. Но, как видим, здесь ее предостаточно. Поэтому давайте я сейчас ее вскопаю, заберу. Вот, да, рупиевая руда, как я говорил. И еще немаловажно, я нашел... друзья, алмазы, и нашел я уже своих врагов. Видите на мини-карте сверху? Так, ну да, я тут застрял, я здесь просто нашел уголь. И я его решил чуть скопать. Ладно, пока что, наверное, не еще выше, пока не буду к ним лезть. Короче, еще нашел алмазы. Надеюсь, их здесь много будет, множко. Так, ну да, их, наверное, тоже... Не, смотрите, сколько их, блядь. Алло, нахуй. Это вообще что за дичь, блядь? Я аж в ахуе. Это реально? Это мне не мерещится? То есть, раз алмаз, два алмаз, три, четыре, пять алмазов. Шесть алмазов, ёбнешься. Шесть алмазов, неплохо, неплохо, ебать. Ладно. Ну, алмазы, как вы уже понимаете, в этом моде особо, ну... Как железный, знаете, железная руда, аналогично с алмазами. Но пусть будут алмазы, они нам все равно в любом случае понадобятся для нужных нам крафтов. Элементарно создание стола зачарования, элементарно, то есть, да, поэтому алмазы не стоит отталкивать, недооценивать. Они еще пригодятся, они еще нам будут важны. Короче, наверное, опять-таки буду продолжать свои раскопки. Вернусь, когда сделаю ферму на 12 уровне. Когда? Друзья, включаюсь опять к вам. Вот, нашел еще рупиевую руду. Когда, собственно говоря, копал. Решил с вами поделиться данной находкой. Вот, так сказать. Вот. Ну ладно. Забираю. Вот, видите, то есть обычно... А, блядь, ну здесь три. Ну, обычно их по две, знаете, могут быть. А вот когда четыре их и больше, это уже... Точнее, два и больше, это уже немножко, ну, скажем так, приятно. Приятно такое зрелище наблюдать. У меня уже их 10 и 6 алмазов. Неплохо. Неплохо. На мини-карте вижу кого-то злого. Послышалось, ладно. Да, кстати, еще мобы из этого мода сдают очень мерзкие, такие, знаешь, неприятные. Так, не понял, а что тут арлимит? Арлимита так мало? Арлимит, ты шо, блядь? Реально? Одна штучка арлимита, ебать, спасибо. Это что, блядь? Это мне? Спасибо. Серьезно, я немножко в ахуе. То есть арлимит здесь меньше, чем рупиевые руды, да? Бывает, бывает. Вот. Короче, сейчас продолжаю свои раскопки и скоро вернусь. Друзья, осталось буквально считанные секунды до того... Считанные блоки до конца моих раскопок. Вот. Ну... Сейчас уже просто раскопаем. И все. Мне кажется, вот этой площади хватит на спавнер мобов. Мне вообще нужны поврежденные осколки, которые падают с крокодильчиков. Я их так называю. Блять, не могу по факелу попасть. Ебаный в рот. Забираю факела.
чем меньше освещения, тем лучше. Ну, этот факел я оставлю. То есть вот так все будет. Все. Здесь сделаю оборонительную такую вот позицию. Вот. И ждем мобов. А тем временем я, наверное, пойду. Поставлю. Да, как видите, здесь вообще никто не возвращается. Заберу-ка я факела. Слишком не хочу я, чтобы тут были у меня факела. Хотя здесь можно сделать базу. Подумаем. То есть дополнительная, знаете, площадь для этого всего дела. Можно отсюда все уже закрыть. Подумаю, что здесь можно будет сделать. Но пока что я просто сейчас переплавлю. Во-первых, давайте возьмем, сделаем еще две печки для удобства. Сделаем еще печки. Так. Раз, два. Поставим здесь по половине. Сюда один орлимит, блядь, положим. Так, алмаз, да. Так. И рупивую руду. Посмотрим. Кто не знает, что можно сделать из рупивой руды, скажу, можно сделать универсальную кирку, которая ломает все. Вот она. А вот эффективность 16, как бы уровень добычи еще и бесконечное применение. Это тоже немаловажный фактор. 11 урона имеет. То есть это вот это как меч, как вообще все. То есть реально удобная штука, но делается тоже довольно-таки дорого на самом деле. Но, слава богу, у меня должно хватить. У меня сколько? У меня 6. Нужно 9 слитков на вот это все. Если я не ошибаюсь, у меня 10. То есть также броня неплохая. То есть сравниваем. Вот это 8 к броне. И защита в ближнем бою на 85%. Неплохо. 8 к броне и твердость брони. 6 к броне, брони твердость нету. То есть сапоги плюс 4, здесь плюс 2. Ну, то есть, я, в принципе, вам рассказал вообще, зачем это все, да? Зеленый алмазный кусок, орлимитовый слиток. Можно сделать такую эту, ну, только зачем, типа, покрасить? Нахуя, не знаю. Ну, пусть, типа, круто, наверное. Нам это действительно не надо. Окей. Поэтому давайте сейчас будем делать вот рупивый мультиинструмент, наверное, потому что это действительно вещь, которая нужно будет мне понадобиться, да, еще? Так, хорошо, это переплавилось. Это аналогично, хорошо. Также можно сделать слитовый этот, слиток тени, да. Из которого можно будет сделать, если я не ошибаюсь, во-первых, врата в снежный биом. Вот он. Это врата, ну, этот, как, знаете, как огнево к адскому биому, только снежный шар это к не адскому, а к снежному биому. Извините за тавтологию, ну, если так оно и есть. То есть делаем, получается, здесь все палки вообще можно вот так раз. Раз, есть такая тема. Есть такая тема, кстати. 7 урона уже, нихуя себе. Неплохо. Нихуя себе, блядь. Хуя себе, блядь. Ну, и вот так. И теперь это дело мы просто все. Не понял. Так, я немножко не то делаю, что ли, или как? Блять, мотыга, а не меч. Ебаный в рот. Перезапишем. Ладно, короче. Нужно еще один слиток, потому что я ошибся. Я дебил, я конченый. Ебалашка. Так, ну тут что-то нет никого, да, как мы видим. Что-то никого нету. Давайте-ка отойдем. Они просто спавнятся, когда, знаете... Давайте сейчас поднимемся просто наверх. Так, так, давай. Ну уже, блядь. Бля, это что?
это еще не все. Ладно, давай. Бля, хоть автопрыжок ставь, заебешься. Хорошо, тут мы все сложим. Хорошо. Алмазы тоже положим. Пока что они нам не нужны. Вот мы сейчас чуть постоим. Стоим. Давайте сложим, кстати, ненужные ресурсы нам. Сундучок. Так, вот этот ненужный. Палку выложим тоже, только место занимает. Огня нам тоже пока не надо. Факела вот ставим единственное, что. И рыстон нам нахуй не нужен. Все, теперь можно попробовать сходить вниз. И пробовать попиздиться с ними, с мобами. Я надеюсь, что они заспавнились. На этот раз. Пока что на мини-карте никого нету. Из хуёвых новостей, конечно. Сейчас, короче, это все исправим, если они... Я не знаю, почему они не спавнятся, может, это реально что-то маленькое. Ну, давайте попробую. Фу, друзья, короче, еле, блядь, душа в теле, нахуй. Еле я это все выкопал, нахуй. Короче, нашел еще алмазы. Но мне нужна рупиевая руда. Я где-то, да, вот она, кстати. Мне нужна хотя бы один слиток, хорошо. Так, это копать не надо мне. Короче, на 13-м блоке сделал. Вроде должны спавниться. Эти мобы. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Давайте сделаем низкое освещение. Они вроде как спавнятся на низком освещении. Вот. Так, а вот это уже реалмитовая руда. Неплохо, в принципе. Но она нам уже, в принципе, ни к чему не нужна. Потому что у нас уже все и так есть. Поэтому... Блять, сломать опять факел ебаный не могу, но ладно. Вот. Короче, вот так сделал. Все. Сейчас сделаю еще одну такую вот оборонительную, так сказать, позицию, нахуй. Потому что на один блок я выше сделал. Это надо будет аккуратно с этим. Все, давайте сейчас. Короче, вернусь, когда здесь хоть кто-то появится. Там зомби на улице, давайте попробуем его задудосить чуть-чуть, блядь. Где это дурочка, блядь? Хорошо, из него хоть что-то выпало. Ладно. Неплохо. Ладно, давайте вернемся. Блять. Так, берем. Оп, хорошо. Возвращаемся. Так, кстати, у нас уже рупевый слиток обетовался. Можно, в принципе, жив. Блять, что-то глаза опять слезятся. Короче, можно опять попробовать сделать мультиинструмент. Ага, молодец, долбоеб. Хорош, блядь, ебанутый. Ладно. Делаем. А что сейчас не так? А, типа, да, типа они поломаны, да? Да, потому что они поломаны. А если мы сделаем... Вот так вот. У меня получится сделать. Не, не получится. Ну, я пытался, у меня не получилось, как бы. Мотыга мне, кстати, нахуй не нужна уже. Круто. Так, это что я накопал, получается. Нет, доски, кстати, мне понадобятся. Давай я сюда. Ну, ладно, будем тогда так ходить. Вообще, мне похуй. Мне пока что не нужно, конечно, хотелось бы сделать, но ладно. Не беда. Спускаюсь вниз. В надежде хоть кого-то найти. И опять эти ебучие мыши, да? Пиздец какой-то просто.
Ладно, а давай попробуем убрать вообще все факела. Просто все. Просто все факела. Вот уберем, давай. Может получится. Вот мы убираем все факела. Вот мы их убрали. Сейчас просто отходим. Ждем респауна. Ждем респауна, и тогда можно будет уже... Надеяться, я надеюсь. Надеюсь, что они заспавнятся. Надеюсь на это, конечно. Но если они не заспавнятся, тогда будем делать на 13-м блоке. Именно на 13-м. Еще повыше, получается, нужно будет прокопать мне. Вот, потому что я заходил в творческий режим. То есть я тестил именно вот это вот спаун мобов. То есть действительно не спавнились. Но я не знаю, почему сейчас не спавнится, когда играю на выживание. Я на самом деле реально в недоумении, почему так получается. Просто нам нужен вот этот осколок. Нам нужен вот этот вот осколок, чтобы сделать вот этот вот камень. Для вот таких вот всяких нужных нам вещей. То есть, как ты видишь. Вот. Кирка нам не нужна, нам нужна... Как бы... Экип, что ли, да? Вот. Самое главное, нам нужны мистические часы. Для того, чтобы... Сейчас я вам скажу, для чего они нам нужны. Тоже открывать портал. Не песочный, какой-то такой оранжевый, знаете... Я не помню, как точно он называется, но, короче, это тоже как снежный шар, но только нет. Ну, бля, я хуй знаю, то есть, ну, их... То есть, мобов реально опять нет. Я хуй знаю, почему не получается. Ладно, но я все равно буду пробовать, тогда давайте увидимся, когда это я, блядь, опять все раскопаю. Увидимся. Друзья, короче, я уже собирался гуглить в интернете, ну, реально, перегугливать, так сказать, но вот появился, короче, порабощенный драм крикс, блядь, вот с него нам нужны вот эти вот осколки. Давайте откроем. Стоит, ебать. Ебать, ты валишь. Ты дурачок, блядь. Ебать, чуть не отлетел. Хорошо, сколько? 6, нормас. Короче, как я понял, они спавнятся при освещении. То есть обязательно не все вырубать, я так полагаю. То есть тут у меня 3 факела, он заспавнился. Давайте поставим туда 1 факел, 2 факел и 3 сюда вот нахуй. Ну и давайте вот как-нибудь, знаете, типа сделаем... Ебаный урод. Типа сделаем 1, здесь сделаем 2, и вот на него типа вот так делаем. Вот так вот. Вот, надеюсь, сработает. Ебаный урод. Так, давайте сейчас, короче. Выйдем, короче, отсюда сейчас. Выйдем. Вот. Просто выйдем, короче. Все-таки он заспавнился. Как бы. Это уже о чем-то говорит. Значит, все правильно. Правильно. Смотрите, еще один заспавнился. Смотрите на миникарту. То есть, смотрите, на миникарту внимательно. Вот он, видите? То есть около там. Ну ладно, это только один. Окей, ладно. Давайте-то поднимаемся все равно. Я, короче, понял для себя то, что профитнее всего это дело делать только с... Это дело делать только с... Не моб-ферму, а искать именно. Убивать, знаете, искать в пещерах, шахтах каких-то. Хочу овц подстричь, просто потому что, ну, хочу. Логично, логично. Так, минус нахуй овца, дурочка, блядь. Минус 2, нахуй. Уже 3. Уже 5. Уже 7. Окей, окей, окей. Сюда.
Окей, хорошо, блядь. Тростник тоже лишним не будет. Еще овцы. Давайте, давайте. Чем больше, тем лучше. Сейчас объясню, что я хочу сделать. Вообще, мне нужно желательно стак. Но, ладно. Так, вот там, кстати, рупивая руда. Ой, блядь, это реалмитовая руда. Ладно. Небольшой мостик мы сделаем вот так вот. Блядь, аккуратно. Вот такой мост, наверное. Ебанем. Так, покушаем овечачину. Все, что знал. Да, покупайся, покупайся. Там то все 5-10. Краб, кстати. Давайте попробуем убить краба. 45 хп, что-то как-то ну, не хочется. Не хочется как-то его бить даже. Вон, смотрите, какой-то еще злобный моб зареспавнился. Бля, ну ради реалмитовой руды я бы не хотел спускаться на самом-то деле. Да. Как-то вообще не хочется ни ахти вообще спускаться, но да ладно. Хочу вот что, блять, яйцо. Можно, да, торт сделать, но торт мне сейчас вообще нахуй не нужен. Хорошо, еще у меня оранжевенькая будет. Блять, оранжево-коричневая шерсть. Хорошо, здесь мы тоже лутаем. Вот это тоже. Ладно, пока, наверное, хватит мне 20. Надеюсь, что это хватит. Так, теперь нужно найти дорогу домой, нахуй. Вот она, вот она. Хорошо, хорошо. Давайте, во-первых, я по этого как-то, ну, надо же выделить. Давайте вот так сделаем. Это во-первых. А во-вторых, я бы хотел сделать, знаете, здесь как бы все это огородить, так сказать, этой. Как бы шерстью, да, шерстью. Yes, of course, bro. Поэтому давайте мы сейчас это все сделаем. Дело. Хорошо. 20, я надеюсь, хватит для пола. Я не говорю для этого. Просто для пола сейчас, блядь, камеру поправлю. Вот, что-то оно немножко упало. Девочки, вы упали, блядь. Вы упали. Блядь, одной не хватило. Ебаный в рот. А, вот здесь же как раз лол. Лол, луль. Вот, а, не, не луль, блядь, реально не хватило. Давайте еще попробуем настрогать. 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 Бля, давайте, надо как-то запомнить координаты. Я сейчас на видео пересмотрю. Так, 772, 64, хорошо. Хорошо, мы запомнили. Это сюда мне. Это мне тоже нахуй сюда. Блин, на. Капец, их здесь реально, мне вот это мне повезло, то что здесь их здесь так много, это реально круто ж. Круть, круть. Так. Еще вот здесь, здесь, да, вот так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пятое, десятое. И 15. Должно хватить. Так, 774, по-моему, там были. Я уже здесь. Вот. Так, закрываемся. От посторонних лиц вообще плевать. Так. Поставим вот здесь факелок. Здесь сделаем. Давайте я хочу сделать еще около. Около. Около сундучков. Ебаный в рот. Не, давайте здесь белым, короче, ебанем. Ля, я застрял. Ебаный в рот. Так вот. Вот. А, еще вот здесь есть беленькая там? Нет, тут есть только, блядь, нихуя. Ладно. Здесь, получается. Блядь, что происходит? Я вот так плюс-минус хотел сделать. И вот так вот. Как-то, знаешь, типа, ну такое, да? Как делается коврик? Как делается коврик? Да не, я лучше шерсть буду делать. Пизду. Шерсть будет получше, мне кажется. Не дам, не дам. Давайте вот в этой стороне сделаем нам. Пока там мобы спавнятся, я думаю, займусь пока что декором в доме. Плюс-минус такой будет нам.
Здесь, естественно, мы сделаем, наверное, тоже. Здесь вот так вот. Ладно, здесь придется нам сделать чуть-чуть полированным эндезитиком ебануть. Давайте здесь тоже тогда. Несимметрично просто, понимаете? Не с, no symmetry. Not symmetric. Давайте здесь тогда отполированным тоже сделаем. Похер вообще. Вообще похер мороз. Хорошо, делаем. Раз, два, три. Хорошо, здесь тоже залутаем. Этот андезит же, правильно? Диорит, точнее. Я знал, я просто вас проверял. Так, нахуй. Хорошо. Арш. Хорошо, делаем так. Так, так, так. Все, хорошо. 26 есть. Блять, что делать нахуй? Вот так делаем, во-первых. Во-первых. А во-вторых, вот так тогда хуярим. Оп-оп-оп-оп-оп. Что я делаю? Ладно, нормально, все. Нормально, не пизди, мужик, не пизди, все нормально. Оп-о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 п. А на эту стенку мне хватит, интересно. Ваши сталки. 14 штучек хватит. Мне кажется, что должно. Хорошо, еще вверх бы, блять, как-то, знаете. Ебать, она копает. Просто как она копает. Просто щемит. Ладно, давайте тогда еще здесь залутаем дальше. Здесь же был эндезит, я это знаю прекрасно. Здесь заберу его. Полированным будем делать. Полировать будем. Там кто-то враждебный наверху, наверное, да? Уже ночь, наверное. Жалко, не поставил мод на время, показатель, да, на показатель времени. Но, в принципе, не беда. Будет у меня такая, знаете, траншея за стеной, нахуй. Боюсь, что здесь реально кто-то может заспавниться. То, что вообще может, легко, легчайше. Легчайше, здесь делаем, закрываем. 64 ровно, кстати говоря, сюда нахуй. 16, да? Не, больше, 64, конечно. Хорошо. Я просто один клик, смотри. Оп. Просто клик, нахуй. Просто клик, смотри. Просто... Блять, я случайно выкинул, спокойно. Вот, один клик, смотри. Охуеешь, просто пиздец. С одного клика охуярит, тупо. Here we go! Так, 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 есть такая тема. Так, хорошо, здесь мы... Блять! Хорошо, вот так делаем. Раз, два, три. Угу. Так. Ой, кровать такая пружинистая. Ничего себе, нормально. Графика, да, графика, физика, точнее. В Майнкрафте. Это что? Ты не шути так нахуй. Дурачок, блядь. Дурачок, блядь, шути со мной, думал. Ты что, блядь, делаешь? Делаем так вот. Так, так, так. Хорошо. Так, так. Здесь уже можно скопать. Хорошо, вскопали. Ебаный, я в блоках застреваю. Это вообще некрасиво сейчас было. Блять, что с Майнкрафтом? Это вообще жесть какая-то, нет? Бля. Блоки заменяются на какой-то блок. Это вообще что-то... Что-то необъяснимое для меня. Ну ладно. Так, делаем так вот. Все, вот так выходишь, вот так заходишь. Так, ладно, здесь еще вот это вот отполировать. Блять, надо. А, подожди, зачем я это делаю? Это будет у меня. Блять, я что-то запутался слегка. Бля, еще придется накопать. Ладно, не беда. Накопаем. Наполированного, блядь, угля. Хорошо, есть такая тема. Все, больше не нахуевая. Новость для меня. Очень мало. Очень мало. Очень мало. Это реально очень маловато с теньком. Я надеюсь, хоть что-то закрыть мне. Удастся. Ладно, давайте тогда вот это срубим.
по херурам. Вот это еще надо будет срубить. Раз, сделаем. И вот так. Так, все хорошо. Вот здесь как раз три. И я бы строил сам визитика. Или диорита, как он там нахуй. Не помню. Пизду. Пизду. Идем, короче, смотреть на нашу ферму. Я надеюсь, у нас все получилось. Я надеюсь. Так, извиняюсь, я врубаюсь. Смотри, и давайте сейчас будем пробовать смотреть, что у нас там происходит. А происходит у нас, я надеюсь, очень крутая вещь. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. И... Бля, почему никого нет? Вы слышали, да? Вы слышали этот звук? Мы все вместе его слышали. Паук и... паук и... С этого черепиздрика падают алмазы. Вот с вот этого именно. Ротар, блядь. Походи. Оу-оу, ебать. Оп. 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 Алмаз. Один алмаз. Спасибо, дружище. Все, хватит тебе. Сука, блядь. Блядь, туча. Блядь, как попасть? Что за звуки? Я попасть не могу. Пиздец. Ебаный в рот. Блядь, как... какой здесь пиксель у этой мыши? Есть инфа? Попасть. Это прям вообще в пиксель надо херачить. Ладно, убили красиво. Убив, убив их. Хорошо. Ладно, здесь я оставлю, окей. Мало ли еще зареспавнится кто-то. Ладно, закрою. Ну, а почему, блядь, не спавнится реально? Ну, блядь. Хорошо, давай тогда уберем. Слишком много, давайте при малом тогда. Давайте вот на... Так, ну, бля, я реально что-то не знаю, почему так. Короче, давайте реально просто вот 4 факела тогда пусть стоят на такую площадь, да? Может, даже меньше поставим. Давайте просто здесь уберем. Здесь уберем. И поставим просто вот около входа, да, моего. Все. И... Будем надеяться, что кто-то будет у нас здесь. Вот. Потому что что-то, реально, что-то все печально. Хотя, если смотреть с стороны нашей, все четко должно быть. То есть 13 блок я даже здесь пытался уже вырывать. Тут уже у нас был бы 14, шел бы 15. То есть я хуй знает, почему не получается, но... Не знаю, игра, наверное, что-то тупит или глючит. Хуй знает. Ладно, кстати, где я здесь оставлял не реалмитовый, а этот рупиевый слиток мне нужен будет сейчас. Рупиевый слиток мне нужен, да. Но тем не менее, мы уже вот сколько всего сделали, скрафтили, то есть. Я уже думаю, что... Рука, честно, не могу почесать другой рукой, потому что я крапкаюсь. Я уже задумываюсь над тем, то, что уже можно, в принципе, ломать... Да, можно на самом деле уже начинать погружаться в ад. И в аду уже будет, на самом деле, получше мобики. Поэтому такая хуйня. Давайте сделаем люк. Люк, 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 люк. Три лука, три люка. Два люка, да? Хуёво. Плохо, 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 плохо. Реально, реально плоховастенько, но... Так, вот это надо убрать. Есть еще у меня... Ладно, поставлю так, оп. Так, вот так. И третий нужен, нет? Ладно, надо... Ага, понял. Нет, лучше без люков. Без люков лучше будем. Вот так вот что там будет. Что я делаю, блядь? Ладно, хуйню занимаюсь, просто складываю ненужные вещи, в принципе, уже. Так, 6 поврежденных осколков у меня уже есть, в принципе. Уже неплохо, да? Блядь, открыть не могу. Потому что поставил блок. Так, кирку лучше вот сюда переместить. Хорошо, 17 алмазов. Можно уже переходить на... На алмазную броню, наверное. Да. Ну, ладно, пока не буду торопиться, давайте, нам нужно будет сейчас сделать... Врата в нижний мир нам нужно будет сейчас сделать. То есть нам нужен будет обсидианчик сейчас.
Так, давайте врата в ад. Зомбачки там заспавнишь, да, какие там, бля. Ну, кстати, еще один новый моб. Зомбачками разберемся тут. С этого моба падает рупевые. Точнее, какой, блядь, я забыл слиток. Реалмитовый слиток. Реалмитовый слиток. Вот он, да? Да, два слитка. Ну, неплохо. Давайте, ладно, даже меньше освещения сделаем. Давайте один факел даже ткнем. Один. Просто один факел куда-нибудь сюда, вот так. Все, пойдет. Вот так вот. И теперь нам нужно будет найти обсидиан. Нам нужно будет найти обсидианчик. Обсидианчик. Нам нужно будет найти. Давайте пытаться. Вот, кстати, лава там, я вижу. Давайте рыть плюс-минус в ту сторону. Плюс-минус в ту сторону. Железо нам не так уж и важно. Блять, нажми ты на F нахуй. Сейчас бы просто, если была бы универсальная вот эта вот инструмент, мы бы здесь просто копали и копали, не меняя предмет, нашу кирку на лопату, то есть. Нам еще нужны будут, кстати говоря, ведро обычное, чтобы соединить как бы эти наши. Лаву с водой, чтобы сделать обсидианчик. Забрали здесь, в принципе, неплохо. Ебаный врат, меня затопило. Да ебать! Хорошо, выбрались. Спускаемся еще чуть-чуть пониже. Здесь должны быть, кстати, вражеские мобы, потому что высота, в принципе, должна быть нормальной. Добудем золото для золотых яблоков. Нам оно только для этих надо. Вот, насколько я знаю. Ебать, как я обосрался, нахуй. Это зря я его ударил, кстати говоря, он мне пиздюлей сейчас может быть. Я делаю, нахуй. Кстати, я не помню, что с него падает. Ага, с него падает камень здоровья, не помню, что из него можно сделать, но все почитаем. Сейчас почитаем, бля, что-то я как-то пёснуться что-то не хочу в лаву, знаете, потому что, как бы, смерти у меня экип-инвентаре нету. Бля, хорошо, прилетел. Хорошо. Правда, один. Не знаю реально, почему один, но один, то есть, ну, один. Кстати, в той стороне находится какой-то еще вражеский моб, давайте прокопаемся туда. Так, хорошо, мы на этой стороне. Хорошо. Блядь, что так мало ресурсов реально падает? Что-то как-то мне это не нравится. Ладно. Давайте здесь же сделаем ведро воды, в принципе, похер нам. Ага, сделаем, блядь. Я возьму этот, да? Угу. Железом. И вообще этот. Дерево для переработки. Для верстака, блядь, чтобы сделать. Ну, понимаете, печку там, всё, понятно. Мы откуда пришли вообще? Мы пришли вот где-то из, да, вот с этой траншеи, поэтому давайте как приходили, так возвращаемся, собственно говоря. Посмотрим сначала, возродился ли кто-нибудь. Так, слушай. Так, кто-то есть тут у нас, но, видимо... Да, вот он у нас есть. Двое здесь, крестьянин. Так, не больно, поэтому можно будет так вот залутать. Давайте дальше вниз пойдем. И еще один здесь. Ёбаный в рот, лучник еще. Ёбаный в рот, еще и крипер есть. Было опасно, блядь. Еще один там крипер идет. Ай, бля, больно. Ай, бля, больно. Я алмазов 0, бывает, но... Так, ладно, короче, все, я вроде справился с мобами, так сказать. Нужно возобновить наш, блядь, подъем наверх. Нахуй. Хорошо. Так,
А вот теперь можно будет переплавлять все руды. Ну, в основном нужно будет нам вот это переплавим тогда. Так, хорошо. Давайте пойдем за ведром воды. Да, ведерком, ведерком. Ну, а что, куда идти? Давайте здесь просто сейчас сделаем, да и все. Что у нас здесь быстрее переплавится? Кузня, тогда просто сейчас поим. Давайте зачистим от летучих мышей. Бля, не успел убить. Сейчас хуй попадушь по ней. Блять. Летающий ты, блять, пидорас, нахуй. Как попасть? Нереально попасть вообще? Никак. Никак не попасть. Это делаем сюда. Вот это. Вот это. Крутись, 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 вертись. Хорошо. Хорошо. Так, нам нужно сколько? Три железка нам надо для ведра. Ведро воды. Для ведра. Ведро водычки. Ведро водычки нам нужно. Так, хорошо, факел сломали. Нахуй я выставил, не знаю. Лимитовый сюда. Это сюда. Хорошо, делаем ведро, ведерочко. Есть такая темка. Теперь нам нужно будет куда? Где я рыл? Где я рыл, друзья? Где я рыл? Не напомните. Я поднялся наверх. И вот здесь, да? Хорошо. Хорошо, отлично. Кстати, у меня был голод, а само голода, корочка не убавилось. Я не знаю почему. Блядь, что ты делаешь? Можно здесь воду забрать? Нельзя? Хуёво. Из плохих новостей это реально херовенько. Ладно, там, по-моему, дальше вода будет. Есть какой-то вражеский моб, или мне кажется? Мне кажется, наверное. Забрали водичку, есть такая тематика. И теперь нам нужно будет пойти к лаве и сделать вот такого действия. Хорошо. Это мы сделали, блядь. Угробили лаву. Бывает, не ссы. Вот сейчас из самых хуёвых новостей могут быть то, что здесь будет у нас лава. Нет ее пока лава, окей. Нам нужно на самом деле прилично накопать. О, блядь. Накопать прилично, поэтому это будет долго, я вернусь к вам. Так, друзья, докапываю вот последний блок. Я думаю, мне 17 штук будет за глаза. Поэтому нужно как-то сейчас отсюда выбраться и построить уже этот чертов портал в ад. Вот. Сделаю, естественно, нормальную себе броню. В принципе, по инструменту у меня все нормально. Все норм вообще. То есть меня устраивают эти инструменты в аду. Вот. И нам нужно будет спускаться в ад, чтобы сделать лук, который будет с бесконечными стрелами. Вот, крипер нас не интересует, нас интересуют новенькие мобы из этого. Да иди нахуй. Алло, двое на одного, дура, блядь. Сюда нахуй пошел. Хорошо. А ты что там сидишь, дурочка? Сейчас ты же получишь, блядь. Ну, блядь. Хорошо. Это забираем, потому что лишнее освещение нам отрастовано ни к чему. Забираем просто и все. И все, и убираем отсюда. Оп. Оп, поставим. Хорошо. Портал буду делать там, где и ему место. Давайте крипера убьем, убьем, потому что у меня калец здесь один стоит, блядь, дурачок нахуй. Хорошо, он залутались на хоть что-то, что выпало с него. И идем наверх. Идем наверх. Еды, кстати, кончается. В следующей серии нужно будет забрать еды. И в следующей серии, наверное, будет первый поход в ад. В этой серии уже как бы она затянулась, поэтому сейчас я построю в ад и на этом закончу, наверное. Вот. Так, 17 уровень. Ад, естественно, буду строить где-то. Где-то здесь, давайте уже начинать, потому что не хочется как-то его все оттягивать, а и оттягивать. Здесь вот все мы это заберем. Это мы застроим, естественно. Так, берем. Так, делаем. Дальше вот здесь вот нам нужно будет этого забрать. Дальше. Так вот, так, 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 так.
Так, теперь две шерсти обратно мы ложим. Давайте полированный этот андезит, блять, или как его там, диорит, положим на место, где ему место. Логично, в принципе. Вот так делаем. Угу. Давайте здесь скопаем для красоты, хуй нам. Так, так, хорошо. Так, 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 так. И... Бля, что-то у меня здесь как-то все. Ну, блять, такое пиздец. Ладно, короче, берем огнево и уже поджигаем. Хорошо, портал сделан. Портал сделан. Портальчик и сделан. Короче, все. Друзья, заканчиваю свое прохождение. Ой, прохождение, блять, это. Заканчиваю свою серию, да? Так сказать. На том, что у меня появился портальчик, да, новый. Ват, новый, ну как новый, первый портал мой, собственно говоря. Вот, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока, друзья.